Друзья, всем привет! Это Глотовка, кто не в курсе. Ульяновская область, Инзинский район. Рабочий поселок Глотовка. Сергей попросил снять возле родника через дорогу дом. Это вот улица Победы, как выезжать из КПП, из базы. Сегодня такой день чудесный, солнышко. Вчера пасмурно было. И вот по этой улице я сейчас пойду, до родника дойду. Есть магазин, который я вам показывала не один раз. Здесь дома сгоревшие, снимать нечего вообще. Вон родник стоит. Тень моя. Народу особо нету никого, как всегда. Вот Сергей, родник стоит. А вот и через дорогу первый дом, который вы просили. Вот улица Победы, дом 23. Но он заколочен. Наверное, никто не живет уже. Вот я вам показала то, что вы просили. Рядом магазин. Улица Победы и первый домик напротив родника. А я пойду в центр прогуляюсь. Сегодня более-менее на улице. Решила немножко погулять. Дойду там, поснимаю вам чуть-чуть. Друзья, ну вот я дошла до клуба. Елочка все стоит пока. Помните, я вам прямой эфир включала. А я сейчас пойду дальше, в центр прогуляюсь. Народу никого особо. На улице прохладно, как железная дорога проходишь. Здесь почему-то холоднее в Глотовке со мной. Ладно, пойду, дойду до улицы Куйбышева хотя бы в центр. И там снимаю еще. Дороги посыпали в центре. Каток, наверное, в этом году не сделают, что-то там снег и все. Возле клуба я имею в виду, который каток. Самолетик полетел. Яркость прибавляю. Очень хорошо видно. И запись хорошая. Но телефон быстро садится. В центре посыпали дорогу. У нас там, можно сказать, сугробы. Я имею в виду, на базе идешь, ноги заплетаются. Здесь еще более-менее поддерживают. Вот такая красота. Березки замерзшие, бедненькие. На улице больше собак гуляет, чем людей. Со всех сторон одни собаки орут. Улица Советская, друзья. Я вам показывала, летом тоже снимала. Здесь тоже дом. Он деревянный. А дальше здание разрушенное, я вам тоже показывала. А дальше уже центральные магазины. Три магазина. Друзья, вот это в центре магазин. Магазины в Глотовке. Как всегда, собаки повсюду. Смотрите, какие громадные. Ужас. А я как от клуба идти направо повернула. Вот, я, можно сказать, от магазина вот этого центра, самого большого, Глотовки. Я вниз спускаюсь. Это улица Куйбышева. Просто здесь дом один есть, если не ошибаюсь, с левой стороны. Я хотела вас спросить. А может, я ошибаюсь, может, на какой-нибудь другой улице. Я уже не помню.
сейчас, если попадется. Вроде как вон там вниз спускаешься с левой стороны. С той стороны вроде этот дом стоит. Мне тоже жарко, то холодно, не поймешь. Здесь тоже заброшенный дом. Здесь живут. Это я вам летом тоже снимала. Красивый дом. Вот про это я вас вроде хотела спросить. Ну и вроде путаю, наверное, с какой-то улицы. Еще белое здание какое-то продлиненное было. Написано тоже улица Куйбышева, но непонятно ли дом был или что. Вроде гараж рядом, значит, дом, что ли, такой большой был. Непонятно. Может, контора какая-то. Если кто знает, напишите. Этот дом был жилой или контора какая-то. Сколько я уже гуляю по этой Глотовке, все хуже и хуже, только становится деревня. Столько домов разрушенных, сгоревших. Народ, кто уезжает, кто что. Численность населения смотрел там только за 2020 год, 1840, что ли, человек. В этом году еще что-то не записали. Тоже домик какой большой, красивый. Здесь повороты, здесь выезд на дорогу, как из Глотовки выезжать. По улице едешь. Я уже забыла, как эта улица называется. От клуба как отъезжаешь. И сюда поворот, улица тоже какая-то идет. Я по этой улице не гуляла вроде, или может гуляла, когда к этому, к пруду майскому ходила. Даже собака смотрит на меня, скажет, что она там делает. Да, может, в этот раз я сейчас дойду до конца, если там собак не будет. В тот раз я просто хотела летом дойти до конца этой улицы, куда вышла. А там собак столько орала, я не стала, я только до почты дошла. Назад развернулась. Это я правую сторону, как-то язык заплелся. Правая сторона улицы Куйбышева. Поселок Глотовка, все. Я лучше молчать буду. Вот этот дом мне тоже нравится с левой стороны. Ребят, вы уже извините, что мне язык заплетается. Воробушки поют. Почта вроде сегодня работает. Но мне не надо на почту. Здесь тоже уже не жилой дом. Посмотреть, сколько зарядки. Такая нормально. Вроде домик такой хорошенький дом. А вот это вообще, ребят, загляденье. Посмотрите, какой дом. Классненький. Раньше таких домов очень много было. Почта России, если вы помните. Может, она здесь всю жизнь находилась, что ли, почта. Может, в другом каком-нибудь здании было. Вот это почта в Глотовке. Ну, пойдем дальше, а то я тут раз вот до этого дома только доходила. Здесь тоже, друзья, вот левая сторона. Сожженный дом, сожженный. С левой стороны не живут. Нежилой домик. Я прям вообще, друзья, смотрите, какая тут гора. Я имею в виду с горки прям спускаюсь, потом в гору придется идти. Спускаешься, и там внизу лес. Красота, наверное, летом здесь. Вот дом какой-то уж большой. Что-то с правой стороны очень много домов заброшенных. Сейчас вот я подальше иду. В тот раз я только вот до этого дома доходила, где сожженный.
А, ну тут два дома, наверное, все. А я с той улицы, наверное, с другой, со следующей снимала. Снежинки на окнах. Да, вот она улица идет, и по этой проходила. А тут один тоже дом какой большой. Улица Куйбышева, 30-й дом. Здесь поворот. Вот это красавица, береза какая. Здесь поворот. А, да, там он уже главная дорога, как из Глотовки выезжаешь, друзья. И вот тут два дома последних здесь стоят. Два. И вот третий. А там дальше лес. Береза какая классная. Это мы прошлись по улице Куйбышева. Вон, я вижу, хоть один человек на улицу вышел. Правда, возле магазина сейчас тоже народ был. Это левая сторона улицы Куйбышева. Не знаю, сколько зарядки хватит. Может, успею снять левую сторону. Надо палец поменять, палец замерз. Эх, неудобно. Хотела по-другому как-нибудь поудобнее взять камеру. Постоянно мои пальцы в камеру лезут. Вот так вот вроде поудобнее чуть-чуть. Дома большие. Деревянные все. Красивые некоторые очень. То, что летом показывал, дома сгоревшие. На каждую улицу дома сгоревшие. Что-то снимать. Капюшон надо одеть. Это прохладно. Пока солнышко вроде светит, нормально. А сейчас опять вон все небо затянуло, все черное становится. Даже так-то ближе к вечеру уже. Через два часа темнеть начнет. Через три. Это я назад иду по улице Куйбышева. Летом-то, конечно, получше видно. Сейчас снегом запорошило дома. В гору тяжело его отойти. Потяжелее. Что-то мне палец что-то, друзья, на руке прям замерз. Придется так держать. Здесь видно, как недавно построили. Деревянный тоже красивый. Ноги смотрю на улицу, тоже скользко. Здесь, видите, не посыпано же ничего. Дорога. Только в центре посыпали еще. В гору бежишь, жарко. Везде собаки, повсюду. Забор высокий. Забор. И чудо. И нежилые дома начались. Вот это нам последний дом жилой.
так не выдохну. Тяжело тут в горах забирать. Так что, друзья, напишите мне насчет вот этого домика. Это жилой дом был или какое-то управление или что? Просто на дом что-то как-то так-то похож, чтобы люди жили. Но вроде еще дышаться надо. Вроде еще не сломано ничего, а не видно особо, чтобы люди жили. Даже тропинки нету возле него. Может, какое-то управление было? Напишите, кто знает. Ну, а я все, дошла уже до центра. Вон, видите, магазин уже большой. От мороза, что ли, камера опять потеет или мерзнет. Вот там еще жилой и все. Там уже магазин и центр. Туда шла ветер как-то спину сейчас в лицо. Очень много домов заброшено. А раньше жили же здесь все дома семьями. Мне же одна подписчица написала, и по 14 детей было, и по 10. Вот это да, конечно. Вот, друзья, я в центр пришла уже. Можно туда немножко прогуляться. Дороги не чистены. Идешь по сугробам. Рука немножко просто устала из-за этого. Камера нагинается. Здесь немножко так возьму. Здесь магазин заложка. Центральный магазин, как я вам показывала. Магазин центральный. Интересно, сколько ему лет? Друзья, просто камеру протирала, замерзает, и все уже плохо снимает. Это центр Глотовки. Вот такая елка стоит на Новый год. Три конфетки вам повесили бумажные. Нарядили. Не знаю, представление здесь было, нет? Еле красивый, мне нравится. Здесь вот какое-то здание, друзья, было, только недавно разрушенное. Может, что от железной дороги, я не знаю. Такое небольшое, но стояло какое-то здание. Здесь тоже окна сначала заколочено было, фанера. Сейчас я смотрю, немножко трывают. Походу, лазит ребятня. Потому что плакатом было заделано, или как она. Ну, тряпочной тряпкой, вот такой, как с этой стороны. А сейчас смотрю, уже полуоткрытые все окна. Но она точно лазит. Интересно, вот вокзал открыт, нет? Хочу зайти, снять для вас. Может, кто посмотрит, вспомнит, может, кто здесь тоже ждали электричку. Сейчас попробую зайти и поснимать. Поставлю на паузу пока, друзья.
Друзья, ну вот я зашла на ЖД вокзал, наверное, или автовокзал, на ЖД вокзал. Вот такой вот вид. Здесь расписание. И вот так вот, зал ожидания. Время. Но здесь тепло, хорошо. Здание такое большое, я думала побольше в вокзал. Здесь он даже компьютерный. И это расписание повесили. Вот так вот, друзья. А я пошла ближе к дому. А я подошла, короче, к двери. А она что-то так тяжело открывается. А я думала, вообще закрыто. И тут написано. Я, короче, дернула. Мне показалось, что она закрыта. И здесь вот написано. Для входа на вокзал воспользуйся переговорным устройством. Возле двери. Ну, в смысле, на это нажать. И я нажала. И там диспетчер. Трубку взял. Вот так вот. Мальчишка выходит. Оказывается, дверь открыта. Но там тепло, друзья. Я вам скажу, очень даже. Я вот зашла, замерзла. Ну, в смысле, на улице гуляю, замерзла. Зашла там прям очень хорошо натоплено. Красиво, да, друзья? Рельсы, ну, в смысле, железная дорога и все белое. Красиво, зимой по-своему. Вот такой вид. А мне сейчас на ту сторону и ближе к дому. Здесь тоже вот такой вид. Здесь дом жилой еще. Здесь здание такое вот разрушенное. И которое вот я сейчас вам показывала. Здание. Но здесь все равно Глотовки холоднее. Мне кажется, там на базе потеплее. А сегодня что у нас? Какой день недели? Среда? Такое ощущение, как будто вообще суббота или воскресенье. Народу никого на улице. А я думала побольше почему-то. ЖД вокзал. С улицы смотришь, такой большой. И здесь вот еще она от ЖД вокзала. Может, дежурный или кто сидит. Пост электрический. Централизация станции Глотовка. Ну да. Она от автовокзала сидит. Вон уже пятиэтажку мою видно. Ладно, друзья, тут тропинка узкая. Можно и упасть. Лучше под ноги буду смотреть. Всем пока. Друзья, вот иду по улице. Рабочий на улице никого, ни одной души. У нас что-то хорошо начали котельные. Фу, как бы не сглазить, топить. Дома тепло. Но может еще то, что на улице минус 10. Пока посмотрим, что дальше будет. Когда 20-30 градусов мороза будет. Так хорошо топит, вон видите, дым идет из котельной. Пока топит нормально. Я пойду в магазин, зайду за хлебом и домой чай пить. Всем пока.